Шел 1967 год, а Красная Армия еще продолжала смертельно биться с бандами батьки Махно на юге Украины. И вот один из махновских атаманов по прозвищу Грициан Таврический решил утворить, учредить, по-нашему, в селе Малиновка, в Малиновской волости, самостийную державу. Гулял я по Таврии, по Молдавии, поглядел на свет Божий и решил утворить нашей волости самостийную державу. Такую себе Малиновскую Народную Республику. И приехал в Малиновку проводить всенародный малиновский референдум. И невесту себе присмотрел в Малиновке. Дочку ссыльного малиновского революционера. Видимо, для укрепления связи с местной оппозицией. Народ, бабы в основном, веселился и плясал. Но тут появился ссыльный революционер в форме врангелевского офицера с гармошкой, чтобы музицировать на свадьбе атамана, которая была приурочена к атаманскому референдуму. В общем, Красная Армия всех и без референдума загнала в Советский Союз. Но вас, наверное, интересует, почему это все происходило именно в Малиновке, а не в каком-нибудь другом селе Украины. Не знаю, может быть потому, что именно в 1967 году в Советском Союзе танцевали не только бабы на референдуме Малиновки, но и весь балет «Лебединое озеро» в честь министра обороны маршала Малиновского –